Ты казала кусереду, підім разом по череду. Самые искренние слова благодарности от всего украинского народа. Я хотел бы от вашего имени, директора центра Батона Нукзара, весь коллектив этой души на Украину. Мы знаем, что дружба между Грузией и Украиной. Здесь раскрываются все качества человеческие, дружеские, душевные, вместе с вами в этом лагере. Но я надеюсь, этот лагерь уже станет традиционным. Никогда не выходим из ситуации так, чтобы дали это видосоперабль. Спасибо большое, это самое, да, именно символ Грузии. Да, спасибо, это символ Грузии. Спасибо большое. Я желаю, не пейте одни. Самыми лучшими друзьями. Мы приедем на Украину. Спасибо большое. И спасибо. Очень нравится. Так бегут со всех сторон разноцветных футболках. Это так красиво. Команды, да? საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა დახმარება გაუწიოს უკრაინის მოსახლეობას, რატომ დავით სერგენკოს დელეგაციის შემდეგ, რის შედეგადაც დიდი რაოდენობით ტვირთი იქნა ჩატარილი უკრაინაში. ჩვენ გადავწყვიტეთ მოგვეპატიჟებინა დაზარალებული რეგიონებიდან ბავშვები და გვემასპინძლა მომავლის ბანაკში. 110 ბავშვი ჩამოვიდა 15 თანხლებთან ერთად. Амаши გაერთიანებული იყო მთლიანად მთავრობა. Მე დიდი მადლობა მინდა განსაკუთრებით უთხრა დიასპორის სამინისტროს, რომელთა იდეითაც მოხდა ამის
ამ პროექტიდან ხორციელდება. Მე მინდა დიდი მადლობა ყველა იმ სამინისტროს, ვინ ჩართული იყო ამ პროცესში და რა თქმა უნდა ყველა იმ პროფესიონალ მასწავლებელს, ლიდერს და ამ ბანაკის ხელმძღვანელობას, რომლებმაც მართლაც უმაღლეს დონეზე ჩაატარეს ეს ბანაკი. რაც თავარია, ჩვენი მეგობრები და სტუმრები არიან კმაყოფილები. Ვფიქრობ, ეს ბანაკი მომავალშიც გაგრძელდება. Ამ ბანაკს სტატუსი უნდა მიეცეს საერთაშორისო, რადგან მარტო უკრაინელი არა, სხვადასხვა ქვეყნებიდან არის მოთხოვნები ჩამოსვლა და ჩვენ ბავშვებთან ერთად ბანაკში ყოფნა. Да, мы фикроде ძალიან кай წამოწყება და მომავალში ესეთი ბანაკები საქართველოსში უნდა არსებობდეს, განერწოს და იყოს სხვადასხვა რეგიონებში. მომავლის ბანაკი საერთაშორისო სტატუსს იძენს. დღეს ჩვენ ჩამოვედით, მოვინახულეთ უკრაინელი ბავშვები, რომლებიც კონფლიქტიდან დაზარალებული რეგიონებიდან ყავს ჩამოყვანილი. ვიხილეთ ძალიან ბედნიერი ბევრი სახე, ბავშვების გაბრწყინებული სახეები და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პრაქტიკა მომავალშიც გაგრძელდება, შეიძლება უფრო ფართო ხასიათს და მომავალ წელს ელოდება მომავლის ბანაკი უფრო მეტ და მეტ დამსვენებელს. დღეს მომავლის ბანაკს ბატონი ლევან ყიფიანი ესტუმრა, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი და უკრაინის ელჩი საქართველოში. ბავშვები ძალიან ბედნიერები და კმაყოფილები არიან. ამინდი შესანიშნავია. წინვალე კონცერტი აჩვენეს ჩვენ სტუმრებს და ყველა ძალიან ბედნიერი და კმაყოფილი დარჩა. И в это трудное время Украину поддержали многие страны и народы. И в числе первых была Грузия. По поручению премьер-министра Грузии господина Ираклия Гарибашвили, министр здравоохранения господин Давид Сергиенко побывал в Киеве, определил необходимый объем гуманитарной помощи. И 11 сентября мы отправили в Киев 12 тонн медикаментов, хирургических инструментов, оборудования. 16 сентября украинские дети прибыли в Грузию и провели здесь несколько недель, отдыхая в прекрасном лагере. Для меня большая честь и удовольствие находиться сегодня здесь. Я должен сказать большое спасибо руководству лагеря, сотрудникам за то внимание и заботу, которую они проявили к нашим детям. Дети, они наиболее чувствительны ко всем изменениям, в том числе и к войне. Они перенесли это горе, и здесь эти дни им позволили немножко по-другому посмотреть на мир, почувствовать тепло и заботу. И я от имени правительства Украины еще раз хочу поблагодарить и Министерство молодежи и спорта, и лично министра господина Ливана Кипиани, и директора центра Батона Нукзара, всех сотрудников за внимание, заботу, за те условия, которые были созданы для наших детей. Дружба между детьми, она не имеет национальных признаков. Она чистая, сердечная, душевная. И я уверен, что эти дети, которые здесь побывали многие впервые, они это тепло, это добро сохранять в своих сердцах и в памяти на долгие-долгие годы. И это еще одно подтверждение того, что Украина и Грузия вместе были, вместе есть и вместе будут. От имени всех сопровождающих, а нас 15 человек, и от 110 украинских детей искренняя благодарность за такую блестяще проделанную работу нашими грузинскими друзьями. Конечно, вам низкий поклон, большое спасибо, хорошего вам здоровья, таких инициатив и впредь, чтобы их еще было больше и больше. И, конечно, этот лагерь, он сдружил. Сдружил и детей украинских друг с другом. Они немного забыли эту кровь войны, они забыли эти взрывы, бомб. И, конечно, мы очень и очень вам благодарны, потому что вы первые, которые протянули нам руку помощи. И это нам напоминает Чернобыль, 86-й год, когда тогда протянуло руку помощи первое итальянское государство, а теперь Грузия. Больше, чем в грузинские лагеря, из Украины детей не выезжает ни в одну республику, ни в одну страну Европы.
У нас замечательный распорядок дня. Мне нравится, что мы все время и командой, и лагерем, мы дружные. То, что нам не хватает, как раз единство, мы здесь это вот приобретаем качество. Мне очень нравится здесь развлекательная программа, все конкурсы, все соревнования. Это настолько захватывает, это заставляет влюбиться в вашу страну, заставляет полюбить ваши традиции, вашу еду. Я очень благодарна здесь и лидерам, и организаторам. Спасибо вам большое за такой прекрасный досуг. Лагерь будущего – это очень хороший лагерь. Это самый лучший лагерь, в котором я был. Дни здесь проходят незабываемо. Кухня здесь очень хорошая, кормят нас хорошо. Я в Грузии первый раз, и мне здесь очень понравилось. Я хочу сюда вернуться еще раз. Грузия – это очень прекрасная страна. Очень веселая, очень гостеприимная. Нам всем тут очень нравится. Здесь замечательные условия. У нас замечательные лидеры Гванца и Зура. И каждый день наполнен разными интересными моментами. Каждое утро у нас классная очень зарядка. Мы танцуем. Нас научили танцевать классные движения. И все здесь замечательно. Спасибо большое за такой замечательный отдых. Здесь мы нашли столько близких, хороших людей. У нас отличная группа. Четвертая группа. У нас 18 человек. И мы все настолько дружные. И мы стали друг другу действительно близкими людьми. Нам уже не хочется расставаться. Гванца с Зурой нам стали друзьями настоящими. Спасибо всем поварам, спасибо всем людям, которые нас окружают. Тут все очень милые, о нас заботятся и так искренне, всегда улыбчивые. Спасибо уборщицам, которые всегда приходят и нам помогают. Отдых замечательный. Кормят в столовой тоже хорошо. Нам все нравится. Ну, конечно, очень красивое море. Там такие классные шезлонги, а гамаки... Мы все занимаем очередь в гамак. Все так замечательно. Спасибо большое. Нам уже даже домой не хочется.